меня на этом ретрите практика общения с деревьями стала интересным открытием. Я об этом раньше слышал, но как-то скептически так относился, как бы не особо верил в это все. А сейчас сам попробую, действительно что-то там есть, то есть работает. Я сам себе не могу даже это объяснить, но как бы у меня явный прогресс в этом отношении. Потому что раньше я вот не верил совершенно, что деревья там можно как-то взаимодействовать. А на самом деле сейчас попробую, да, что-то есть в этом. А что почувствовали, что произошло? Ну, во-первых, я не сразу мог дерево выбрать свое. Я там походил, посмотрел, как-то ни к одному дереву не тянул. Ну, раз, ну, там береза на отдалении где-то далеко, а одиноко стоящая. Ну, раз, вот, нацелился туда, и как-то она меня притянула. Ну, я подошел, посмотрел ее, прощупал, пообщался, и, да, какой-то контакт удалось установить. Здорово. А другие практики как? Ну, другие практики тоже интересные. Какая запомнилась? Ну, во-первых, то, что уже все в состоянии молчания уже происходит, то это тоже не совсем привычно. То есть любая практика в этом состоянии, она кажется чем-то новым. Каким-то новым опытом. Тяжело было молчать? Да нет, мне нет.